Всем привет, друзья, с вами Болторез, и мы продолжаем проходить Life is Strange. Черт, это страшно. Знаю, но назад дороги нет. Давай проберемся внутрь. Ну что, девчули, попали вы, походу? О, посмотри сюда, свежие следы. Подруга, тут совсем недавно кто-то был. Тогда мы обязаны попасть в этот сарай. Блять, смотрите, какие здесь щели здоровые. Можно... Да тут вообще пролезть можно, блять. Надо посмотреть, что там. Там стоит какой-то трактор. Какие-то, блять, мешки. Походу, здесь они что-то выращивают, ребят. Так, что там нам Ворон пишет? Я не думал, что от избиения костяшки бывают синими. Хотя у него все ебало синее. Он это заслужил, драка была бешеной. Да уж, ты как? Из меня так и прет энергия. Но больше я не буду так делать, разве что придется. Так и должен поступать настоящий герой. Значит, нам нужны новые костюмы. Кстати говоря, приходи на сегодняшнюю вечеринку, отпразднуем. Я скажу, если соберусь идти. Круто, а я пойду дальше позировать перед зеркалом супергеройские позы. С фонарем под глазом, да? Так, электроустановочка. Как она нам вообще может помочь? И зачем кому-то проводить электричество в старый пустой сарай? Блять, Макс, ты меня вообще не слушаешь, что ли? Я тебе говорю, там какие-то мешки стоят, там есть трактор. Вон, смотри, там видишь, блядь, что-то растет. Да и вообще, в принципе, в любом помещении должно быть освещение. Вне зависимости, сарай это или нет. Так, давайте мы обойдем с другой стороны. Мне кажется, должна быть какая-то лазейка. Ну вот, пожалуйста. Хлоя, я нашла вход. Иди сюда. А куда делся трактор, блядь? О, да. Максимус рулит. А вот и трактор. Боже, очень уж напоминает ведьму из Блэр. Мне мурашки. Пошли, Супермакс. Какая-то Эй, взгляни-ка на этот старый сундук. А вас не смущает вон тот вот, блядь, станок? Так, тихо. Господи, какое же старье. Джекпот, старый мусор. Смотри повнимательней. Гарри Аарон Прескотт и его семья пожертвовали Аркади Бэй новую библиотеку. Прескотт и Индастрис празднуют свое открытие. Прескотты забабахали бомбоубежище. Славный альбом. Ты поищи улики, а я пока тут осмотрюсь. Да вон я уже нашел улики, Макс. Давай направо поворачивай. Живей, ёб твою мать. Вот. Старые газетные вырезки про Прескоттов. Но наверняка же тут еще что-то есть. Вот, что это за фотки? Даже Гарри Аарон Прескотт любит селфи. Хм. А кто, блядь, интересно, здесь вообще вот это обитает и все это здесь держит? Этот трактор свое отработал. Так, следы. Давайте мы посмотрим на следы с этой стороны. Но кому вообще нужно сюда приезжать? Должна быть какая-то причина. Пока-пока, ребята, ничего не понятно. Похоже, ублюдство у Прескотта в крови. Так, почему? Мартин Льюис Прескотт, ранчо Прескоттов, Аркадий Бэй, Орегон. Уважаемый мистер Линдон, я пишу вам в связи с непогашенными долгами, которые вы, в свою очередь, решили проигнорировать. Быть может, Прескотт и не лучший в своем деле, но мы все еще бизнесмены и требуем уважения. Ваше молчание будет рассчитываться как оскорбление, поэтому вам придется оплатить все, но с прибавкой в 10% и письменным извинением. Если вы не предпримете никаких действий до 24 июля 1903 года, мы превратим вашу жизнь в настоящий ад. С прелетим уважением. 1903 год? Нихуя себе. Да. Почему фотографии везде разбросаны? О! Вспоминается «Не бей копытом». Что за беспорядок здесь? Не может быть, чтобы эта ржавая недокрутка запускала в ход веревки или шквалы.
Ну почему? Электричество же здесь есть. Тогда давайте вилы возьмем на всякий случай. На случай нападения зомби я уже нашла себе оружие. Ну, я бы на самом деле взял. Крюк. Так, а возможно, кстати, на втором этаже-то что-то там и есть. Эти крюки используют, чтобы поднимать стога сена. Я видела такие в пятницу 13-е. Так, еще ящики. А, старые добрые деньки. Магазин Паллардов, Аркадий Бэй. Яйца, бекон, сахар. Так, ну это продукты тут закупали. Ничего необычного. Так, осмотреть. Интересно, что это здесь. Ага, там, наверное, какой-нибудь потайной ход есть. Ну-ка, Макс, давай, давай. О, что это такое? Замок совсем новый. Зачем он тут? Там они кого-то держат, там Рэйчел, скорее всего. Ну же, Макс, не тупи. Нам нужно срочно это открыть. Нет, Супер Макс, с голыми руками ты его не откроешь. Ну, виллы вряд ли нам помогут. Кроме вилл я пока не нашел никаких инструментов. Хлоя, я нашла что-то вроде люка, но он заперт. Я разберусь. Надеюсь. Так, еще одни виллы. Платформа. Ну-ка, давайте заберемся. Хлоя, не поможешь мне? Я к твоим услугам, поддельник. Взлетай, Супер Макс. Обожаю прихвостней. Старый двигатель. Так, ну нам его надо что, уронить, получается, или да? Больше я тут ни хера не вижу, и залезть мы никуда не можем. Вытянуть. Ну-ка, давай аккуратно, Макс, только. И чё? Выглядит достаточно прочно. Можно встать. А, мы на него должны залезть? Все, понял. Так, ищем инструменты, ребята. Веревка. А вот и другой конец веревки. И что? Видимо, сюда что-то поднимали, да? Крюк. Скорее всего, вот таким вот образом мы будем открывать двери. Но прежде нам нужно расхуярить замок. Ой, блядь, сова. Меня ж напугало. Фото. Давайте сделаем фото совы. Ну, все-таки фотограф. Улыбочку. Ну и посмотрим заодно. Добрый вечер, доктор Ву. Прости. Так, ну и что, ребят? Я надеюсь, нам не надо спускаться. Давайте мы Хлое скажем. Хлоя! Ну-ка, прицепи крюк к замку. О, ты молодец. Мне нравится твой план. Блять, я походу сильно туплю, я не понимаю, что она хочет сделать. Она хочет выломать таким образом замок? Тогда лучше отойди от люка. А каким образом-то? Надо что-то привязать к этой веревке, что-то тяжелое. Тебе не кажется? Макс, отмотай время, верни движок наверх. Вот. Вот это другое дело, да. Двигатель, ты собираешься? Нет? Возвращаться-то на место. О, спасибо. Ну, если уж быть честным, ребята, то когда мы этот двигатель на себя потянули, он должен был вот эту всю платформу расхерачить. Скажи, если понадобится помощь. Пробуем, пробуем. А, ну теперь все, да, сейчас мы теперь в другую сторону его, вот таким вот образом. Охуительно. А чё ж ты не привязала-то? Блять.
Одно сделали, про другое забыли. Точно, мы же время нахуй отматывали. Так, Хлоя, давай. Повторим. Замечательно, все. Теперь нахуй его можно пинать. Шикарно. Макс Гайвер возвращается. Хлоя, ну что ты ждешь? Ну открывать там уже эти ворота. А где Хлоя? Пиздец, блядь. Черт, он тяжелый. Ну хорошо, хоть мы тут без всяких лишних телодвижений открыли. Что это такое? Джекпот, вот что это. Надо ли говорить, как это все странно? Да здесь нарколаборатория скорее же, ты уже сказала. И кто только это все построил? Прескотт? Ну еще бы. Хлоя, подожди меня, ну куда ты пошла? Что ты мне тут, блядь, бросила? Ебать, да тут реально какая-то лаборатория. Это бункер такой абсурдный. Использовать. Нужен пароль. Ну смотрите, ребята, вот, блядь, что ты делаешь. 2, 4, 5, кнопки слишком стертые. Скорее всего, это и есть пароль. Пробуем. 2, 4, 5. Неправильно. А 2, 5, 4. Хуй. Bad code. Пробуем наоборот. 4. 2, 5. You can do it, ты сможешь, Макс. Ты возблокировала, курица тупая. Хлоя, ну что ты переживаешь? Сейчас я время мотану, нормально все будет. Так, еще разочек, чтобы у нас было вновь 3 попытки. Так, а что мы там пробовали, блять, я уже забыл. 2... А, нет, мы уже до 4 дошли. 4, 5, 2. Теперь попробуем. 4, 5, 2. Нет. Теперь начнем с пятерочки. 5, 4, 2. Отлично. О, да. Я-то думала, так только в фильмах бывает. Сезам, откройся. Укомплектован и готов к концу света. Наверняка стоит целое состояние. Пойдем. Пошли, пойдем, 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 Хлоя. Ебать его в рот, что это за хрень? О, ребята, кажется, я понял, что здесь происходит. Видимо, Нейтану не обойтись без самого дорогого принтера в мире. Да. Сукин сын, что такое? Сооружение Говарда Рорка. Стойкий к шторму бункер. Полная стой... Нихуя себе. Подписание договора Шон Прескотт. Ну и ценники у вас, ребята. Ой, блядь. Да ты больной ублюдок. Оригинал рисунка с подписью. Превосходно сюда вписывается. Бутылка, куча газет, можно попозировать. Что у нас в ящике? Я никогда раньше не видела столько дорогого оборудования. Так, Макс, хватай и беги, пока есть такая возможность. Хлоя, что мне делать-то надо? О, развлекательная система на случай апокалипсиса. Боже, я уже ненавижу это место. Нихуя тут картотека. Рэйчел, вот, хватай. Там и Кейт тоже есть, смотри. Это же те папки, которые были в заставке, ребята.
Давай, надо узнать, какого черта все это значит. Именно. Виктория еще, смотрите-ка. Так, вот папка с пометкой «Виктория», но она пустая. Смотри, ну тут написано «Кейт», значит, Виктория будет следующая? О, нет, Кейт. Боже, нужно было прямо там убить этого ублюдка. Кейт была не первой. Все эти папки для остальных жертв. Я о чем и говорю, Виктория будет следующая. Нейтан, наверное, накачает ее сегодня на вечеринке циклона. Рэйчел. Не может быть. Это все постановка, так ведь, так? Хлоя, посмотри на ее лицо. Она не понимает, что происходит. Может, Нейтан пообещал ей дохрена зелени за эти фотографии? Уверена, так все и было, я так не думаю. Зачем он положил ее на землю? Где свалка? Макс, нам нужно найти это место немедленно. Тогда мы узнаем, что случилось. Не может быть, что она умерла. Нет, она позировала для этих фотографий. Макс, я это точно знаю. Прошу, пойдем отсюда. Так, а вы папки-то, может, приберете? Может, мы не будем вот так вот Палеву-то оставлять? О боже, Рэйчел, Кейт, эти папки. Виктория следующая. Все это... От этого места весь злом. Ну да, настроения нет, учеба рушит все обещания в семье Прескотов. Ректор Уоллс довел до моего сведения, что ты был отстранен за деятельность клуба «Циклон». Так, хорошо. Досье Рэйчел. А у этого фото другое оформление. Рэйчел тут в сознании. В ярости. Рэйчел в обмороке, у нее что-то во рту. Что с ней случилось? Это фото слишком постановочное. Не могу поверить, что это правда. Не могу. Так, досье Кейт. В досье Кейт мы не будем заглядывать, а вот это мы сейчас посмотрим. Так. Посмотрим, что здесь. О, боже. Нет. Блять, нам то видео все-таки покажут или нет? Что за записка там? Да что творится между Нейтаном и его отцом? Это семейка ебанутых каких-то. Нейтан, я же просил тебя не звонить мне со своего телефона, используя одноразовые, что я тебе дал. Я не желаю снова слышать, как ты выкрикиваешь мое имя в общественных местах. Подобную глупость ты уже себе не раз позволял. Я не для того работал, чтобы ты своим подростковым гневом все разрушил. Вместе мы можем многого добиться, но ты должен позволить мне наставлять тебя. Или сам разбирайся со своими проблемами. Так, ребята, походу, Нейтан девчуль накачивает, приводит сюда. Здесь делают фотографии и не только. А батя, скорее всего, все это дело продает и распространяет. Он это на правду не все дома, ему нужна помощь. Так, что это? Я являюсь психиатром Нейтана более 5 лет, но вынужден прекратить наблюдать вашего сына в связи с тем, что вы пренебрегаете всеми моими предложениями, касающимися состояния Нейтана и окружающих его людей. Ну, к тому же еще и психопат какой-то, походу. Скотч! Давай возьмем. Скотч всегда во всех играх нужен. Скотч в бункере всегда плохой знак. Так, ну ладно, уходим. Вода, банки, еда. Все как в обычном бункере. Поехали на свалку, сейчас мы поищем. Поищем там какие-нибудь улики. Хлоя, притормози. Подожди меня. Я знаю, куда нужно идти. Вот, вот оно. Это точно оно. Ты поможешь мне, Макс? Ты думаешь, ее прямо здесь закопали? Хлоя, остановись. Смотри. Господи, это что, это пакет? Пожалуйста, нет. Это пакет в пакете Рэйчел? Этот запах. Рэйчел. Рэйчел, нет, только не она.
Хлоя. Рэйчел, за что? Мне жаль Хлои, мне так жаль. Я ведь так сильно ее любила. Как она могла умереть? Что это за мир такой? Кто на такое способен? Надеюсь, Нейтан наслаждается своей последней вечеринкой. Хлоя, мы не можем пойти в полицию. Точнее, мы можем, потому что у нас есть доказательства. Но нахуй полицию. Рэйчел хотела, чтобы мы ее нашли. Для того, чтобы совершить истинное правосудие. И отомстить. Прескотты напрашивались сотни лет. И никто мне не помешает. Тем более, если ты мне поможешь. Ведь так? Я с тобой до конца, Хлоя. Ты сама это знаешь. Насколько я помню, ребята, у Хлои был ствол. Вот он, да. Проверь, сколько там патронов. Хотя он еще и на груди 3 висит. Ой, черт. Прям... Что, прям как-то затмение? Ты прав. На контур, блядь. Что это? Боже, Хлоя, глянь на небо. Прелестно, мне насрать. Конец света, круто. Да послушай, ты грядет что-то невероятное. Именно, грядет конец Нейтана Прескотта. Добро пожаловать на конец света, дамы. Как я рад, что вы решили меня сопроводить. Хорошо выглядишь, Уоррен. С тобой все в порядке после сегодняшнего? Я действительно потерял контроль тогда с Нейтаном. Теперь не могу задержать. И Макс, он опасен. Где он? В общежитии я его не видел. Я весь день в своей комнате просидел. Чувак, ты что, пил? Ну, если в понятие пил входил полстакана пива... Пошли, Макс. Эй... Знаю, время неподходящее, но можно с тобой фотку сделать? Кажется, это действительно конец света, так что... Хочется заиметь что-то приятное. Ну, я не виню тебя, Уоррен. Да, да, я заноза в заднице. Одно фото и все. Давай. У нас нет времени на эту херню, пошли, Макс. Прости. Просто хотелось почувствовать себя нормальным студентом после этой недели ультранасилия. Я никогда никого так не избивал. Но обычно избивали меня. Эй, нам все еще нужна твоя высококлассная помощь. Если увидишь Нейтана, тут же напиши мне, хорошо? И не попадайся ему на глаза. Не попадусь. Я знаю, как быть тут невидимкой. Не для меня, Уоррен. Скоро спишемся. Блять, от такого, конечно, помощи не ждать. Охуели, на ногах стоит. А ничего, ничего, тут у них тусовочка-то нормальная, ребят. Молодежь отдыхает. Так, где опять Хлоя? Где ты опять носишь? Даже Макс уже задает этот вопрос.
занавес. Ну, проходим. Привет, Макс, добро пожаловать на конец света. У тебя есть верхняя одежда? Че, по мне не видно, что ли? Где Нейтан? Да, слава богу, я его не видел, он пугает меня до жути. Кстати, какая-то девушка только что тоже узнавала у меня про Нейтана. О, господи, ну что за девушка? Как будто непонятно. Почему тебя Нейтан пугает? В этом нет ничего удивительного, но я просто хочу узнать причину. Во-первых, он хулиган, во-вторых, он избил Уоррена. Да и ты смотрела ему в глаза? Они как будто стеклянные, полные гнева. Мне не нравится. А почему ты работаешь на вечеринке клуба «Циклон»? Вот уж не думал, что ты захочешь тут находиться. Я и не хочу, просто я здесь работаю. Кто тебя нанял? Видела что-нибудь необычное? Ну, я заметила, что им насрать на Кейта. Я рада, что получила здесь работу, но ректор Уэллс, видимо, я недостаточно крута, чтобы отрываться. Неправда, Стелла, ты очень крутая, честная, и рвешь свой зад ради Блэквелла. Надеюсь, в итоге у тебя все хорошо сложится. Спасибо, Макс, для меня это много значит. Эй, такая напряженная. У тебя все в порядке? А, вообще-то нет, мне просто надо накатить. Если увидишь Нейтана, старайся не попадаться ему на глаза. Конечно, я здесь работаю, а не развлекаюсь. Я напишу тебе, если увижу его. Удачи. Ну все, давайте уже войдем, господи, там потанцуем, я не знаю. Ох, ебать, у них здесь еще и бассейн. Так это в бассейне тусовка и проходит вообще-то. Неплохо, неплохо. А они в курсе, что пьяным в воду нельзя заходить? Ой, здесь даже толстуха. Где Хлоя? Заебанка, блядь, синеволосая. Куда она ушла? Мы должны найти Нейтана и положить этому конец. Каким образом ты собираешься положить конец этому? Ты его убьешь? Так, браслетики. Ничего это за хуйня. Или ты хочешь пока предоставить все доказательства, сказать, что мы знаем бункер, ему станет стыдно, и он расплачется? Ты на это, что ли, рассчитываешь? Так, люк. Алиса. Чувствую себя словно в каком-то ночном кошмаре. Алиса, ты такая неуклюжая. Я не буду перематывать время, чтобы тебя спасать. Я в первый раз тебе не помогла, и сейчас тоже. Так, випочка. Угу, все понятно, где у нас Нейтан. Вышибала. Вы посмотрите на это лицо, обделенное интеллектом. Девушка, мне нужно пройти. Извини, но это вип-зона, только для членов клуба «Циклон». Понятненько? Плевать я хотела на членство. Я просто хочу поговорить с Нейтаном. Неплохая попытка, но Виктория сказала мне, чтобы я тебя не пропускала. Ты не член «Циклона». Увы, послушай. Нет, это ты послушай. Все, что должна контролировать, Кортни, а не я. Так что пошла нахуй отсюда. Так, Кортни, да? Мне нужно найти способ пробраться в эту чертову вип-зону. Если у нас будет какой-то пропуск, то мы все равно не пройдем, потому что нас знают в лицо. Или, может, мы пройдем. Так, а если мы по... Ага, так по бассейну никак не проплыть. Можно попробовать пройти сюда быстренько и отмотать время, если она сагрится. А, это туалет, чтобы она сагрилась. Что? А туалет что, общий? Или это не туалет? Нет, это туалет. А это нормально вообще, ребят? Хуй знает, я первый раз такое вижу. Очевидно, у студента Блэквелла серьезный фетиш на туалетную бумагу. Так, девчата. Девчата мне ничего не могут сказать. Граффити. Джастин. Йоу, Максимум Овердрайв, наконец-то ты пришла раскочегарить эту тухлую вечеринку. Хочешь бухнуть? Да ты и без меня выглядишь бухим, Джастин. И не очень-то счастливым.
Зачем ты вообще сюда пришел? А где еще можно провести ночь четверга в Аркадии Бэй? Там уже... Дана тоже здесь. Правда, она не со мной. Так что да, херовенькая выдалась вечеринка. А, где Нейтан? Ты его случайно не видел? А, он, наверное, в зоне. Сходит с ума с остальными из Хуйлона. Ненавижу этих высокомерных ебланов. Особенно Нейтана. Скоро этот чувак совсем слетит с катушек. Возможно, ты прав, держись от него подальше, окей? И остальным об этом тоже расскажи. Макс, я знаю, что я в говно, но ты выглядишь пиздец какой напряженный. Да и твой голос звучит иначе. Ты в порядке? Может, все-таки глотнешь чутка? Не-не, я не хочу, Джастин. Да и мне нужно идти. Может, и тебе стоит проветриться? Нахуя себе, Максимус! Ты права. Я здесь только терзаю себя. Да и к тому же я пьян в говно. Пора бы мне взять свою доску и пойти нахуй. Так, отлично. Душевная очень беседа была. Так, что это за надпись? Все начинает меняться. О, так, это экзит. Это экзит, это выход, нам туда не надо. Может быть, мы где-то здесь через толчок сможем пройти? Что тут происходит? А, здесь, наверное, там либо занимаются сексом, либо блюют, либо все сразу. Фу, Макс. Блять, я бы на это, конечно, посмотрел. Что еще за граффити? А, дело рук Хлои, не иначе. Зачем мы сюда пришли? Пиздец, сколько ссать-то можно? Так, это кто? Доброй ночи, прекрасный принц. Давайте, может, еще там заглянем. Нет, это не работает. Так, с девчонками мы поговорить не можем, на граффити мы посмотрели. А зачем вообще тогда, собственно, мы сюда пришли? Мы поговорили с Джастином, он нам выдал информацию, что Нейтан находится в VIP-зоне, но мы как бы и без него это знали. Пиздец, прогулялись впустую, называется. Давайте с вышибалой, может, поговорим. Блять, а с ним даже поговорить нельзя. Походу, у таких ребят не то что мозгов, даже языков, наверное, нет. А неоновые палочки. Они нам нужны, вечеринка без неоновых палочек не вечеринка. Так, а если мы с ней еще поговорим? Ты что, умственно отстала? Тебе сюда нельзя. Плакат. Да, вы правда сосете. Хорошо, ребята, пойдемте в другое крыло. Здесь нам ничего не светит, кроме неоновых палочек. И то мы даже не взяли. Мать, тут, конечно, тусовка в самом разгаре. О, Алиса! О, черт, Алиса, ты как? Почему ты вся мокрая? Да, меня только что ударили, но думаю, сосиска, я упала в бассейн. Я королева мира. А ведь ты всегда поблизости, когда мне достается. Хоть раз могла бы и предупредить, Макс. Хуя себе такие заявочки, ребят. А, и здесь есть какой-то парень по имени Люк. И он выглядит трезвым. Макс, ты единственный человек, который меня здесь не раздражает. Я ищу Нейтана. Я его не видел. Я вообще сегодня стараюсь избегать общения. А зачем он тебе? Да, так, хотела поболтать, покуролесить. Правда? Ты выглядишь пиздец какой напряженный. Нейтан тебе докучает? Хотя погоди, я виден Нейтана с разбитым хлебалом. Моя мечта сбылась, кто-то наконец надрал ему зад. Вот, видишь, Люк, мечты сбываются. Уоррен избил его по самые не балуйся. Да, слава брату Уоррену. Теперь нам осталось лишь выгнать всех этих кровопийц-прескотов из нашего города. Что-то я не понял. Он нам какой-то вопрос, что ли, задал, что у нас тут выбор. Клуб Циклон давайте возьмем. Это будет трудно, ведь Прескотты владеют городом и клубом Циклон. А я называю его Культ Циклон. Сама посуди. Дресс-код, VIP-зона, элитарная херня. Истину глаголишь, брат Люк. Ладно, мне пора идти. Спасибо, что не проигнорировал.
Нет, тебе спасибо за то, что помогала Кейт. И за то, что оставалась собой. Мир тебе. Так. О, а вот она, собственно, Кортни-то, которая там отвечает, да, за допуск в зону. Привет, Кортни, как дела? Макс Колфилд на вечеринке циклона? Похоже, конец света реально наступил. Дошло? Ну серьезно, чего ты хочешь? Будем честны, после этой безумной недельки мне не хочется быть одной, поэтому я решила, что мне не помешало бы развлечься в VIP-зоне. Ага, тебя пустят туда, если ты состоишь в циклоне. А этого никогда не случится. Так что прошу прощения. Классный план, Макс. Нужно найти другой путь в VIP-зону. Хм, то есть Кортни тоже отметается, да? Вы знаете, я не удивлюсь, если сейчас мы вернемся в туалет и появится какое-то новое действие. Ну, что это такое? Господи, я только сейчас это увидел в графике. Что это, блядь, за извращенцы? Я вижу Брук. Давайте мы с ней поговорим. Она же здесь работает. Макс, не ожидал увидеть тебя на вечеринке циклона? Я и сама не думала, что приду сюда, но мне нужно найти Нейтана. А ты не... Нет, я его не видела, да и не хочу, поэтому вряд ли мы с ним пересечемся. Так, слушай, Брук. Мне нужно попасть в VIP-зону. Ты не одна такая. Может быть, эта вечеринка станет концом света для циклона. Значит, можно будет перестать притворяться, будто мне и сделал. А Уоррена ты видела? А что? Это ты ходишь с ним на свидание? Брук, хватит, мне жаль, что Уоррен позвал меня в кино. Не надо ко мне так относиться. Ой, я перепутал эту тёлку с той, которая нас в гардеробе, так скажем, встретила. Или это одна и та же? Что они, блядь, все на одно лицо, если честно. Ты не эгоистка, Брук. Ты просто пытаешься жить своей жизнью, не подстраиваясь под остальных. Мы все пытаемся. На этой неделе ты кажешься такой мудрой. Такое ощущение, что после всех этих экологических проблем у тебя появились суперсилы. Может, ты летать умеешь? Ну, разве что с помощью твоего квадрокоптера. Кстати, ты видела, что на небе две луны? Макс, если бы я увидела две луны, то и правда поверила бы в конец света. Ну так выйди, посмотри! Ну, все еще ночь впереди, Брук. Давай встретимся на следующей неделе, чтобы поуправлять квадрохуйней летающей, хорошо? Господи, как мне попасть к Нейтану-то, а? Выйти мы отсюда можем? Пиздец, мы даже выйти отсюда не можем. Так, а ну-ка, если мы... Да-да-да, кстати говоря, если мы вот здесь... Бля, что я сделал? Сука, я на Ctrl случайно нажал. А как отменить? Ну ладно. В принципе, не страшно. Ага, мы здесь не пройдем. Хотя почему? Хотя почему? Мы сейчас подтолкнем, отмотаем время, и все будет в шоколаде. Ой, шикарно. Воу-воу, что за хуйня происходит? Бля, кто остановил музыку? А их не должно было всех там током перехерачить, кто в бассейне, нет? О боже. Так, все быстрее. Какого хера ты тут делаешь? Да ничего, ребятки, нормально. Сейчас время отмотаю. Так, мы за катушку уже переместились, да? Да, отлично. Вот и все. И не нужна мне ничья помощь. Я сама себе хозяйка. Пойдемте. Что вы тут, блядь, делаете? Наркоман, блядь. Нейтан член циклона. Так что он должен быть здесь. Так, Джульет, Закарис, тут граффити. Я просто, ребята, высматриваю, что тут можно уже схватить и чем уебать его, если что. Так, Тревор, Дана, Виктория, Логан. Так, давайте... Я знаю, что Виктория следующая в списке Нейтана. Следует ли мне ее предупредить? Да нет, конечно, пошла она нахер. Так, аккуратно, аккуратно. Давайте, чтобы нас никто не спалил, чтобы не было каких-то лишних разговоров. Мы сюда можем? Кислородный баллон.
Так, он, наверное, здесь сидит. Какая-то девушка уже валяется. Хейден. Так, а Нейтана нету. Че это тут уже за шкура, блядь? Она в говнище, а всем наплевать. Блэкпол ничему не учится. Мне кажется, не Виктория, а вот это вот будет следующее. А это что там? Тоже кто-то валяется? А, это Вонг. Господи, а давайте думаем, блядь, нельзя. Где Нейтан-то? Тейлор. Макс, даже ты пришла, подруга. Тейлор, ты не видела Нейтана? Нет, и меня это устраивает. Он стал слишком нервным, мне это пугает. Возможно, Виктория знает, где он. А можно выйти вообще из этого диалога, нет? А что Виктория думает вообще на этот счет? Пусть она это и скрывает, но Вик и Нейтан близки. Они как будто брат и сестра, или что-то типа того. Короче, он ей не безразличен. Ты поэтому хочешь быть членом циклона? Нет, Макс, я учусь в замечательной школе вдалеке от дома. Я хочу получать знания, заводить друзей и отрываться. Но когда Кейт ступила на крышу, я поняла, что зашла слишком далеко. А зачем тогда ты пришла? Или это обязательно для членов? Не смейся, но меня не покидает чувство, что это и правда последняя вечеринка циклона. Конец света, верно? Мне нужно идти, береги себя, Тейлор, и передавай привет своей маме. Спасибо, Макс, ей стало лучше после операции. Я рада, что мы тебе не безразличны. Да-да-да. Мне просто нужно было подмазаться, не льсти себе. Ой, ну чё, Викуля, предстоит нам серьезный разговор. Прости, Макс, но вип-зона только для членов циклона. Прости, но мое имя есть в списке приглашенных. А я тебя вычеркиваю. Иди ты нахуй, Виктория, у меня нет на это время. Очень мило, Макс. Ты еще обижаешься на то, что я сделал тот снимок. Ты хоть представляешь, что творится в Блэквилле? Кейт Марш совершила самоубийство у всех на глазах. Это не моя вина, Макс. Даже не пытайся меня обвинить. Да срать, ты мне скажи, где Нейтан? Это он во всем виноват. Он накачал ее наркотиками. А всем остальным было просто похеру, что Кейт надралась. Да это ж, блядь, вечеринка. На ней все нажираются. От меня-то ты чего хочешь? Немного человечности, Виктория. Ну, из-за тебя Нейтана выперли из Блэквилла. Что ж ты не радуешься? Я ведь единственная здесь, кому не безразлично, через что проходит Нейтан. Это важнее проблемного детства. Я не идеально, ясно? Я подросток в школе искусств. Я здесь только для того, чтобы стать фотографом и прославиться. Так, давайте пока мы не будем на нее бычить. О чем? Давайте скажем, что у нее есть талант. Тебе не обязательно идти по головам. Ты не понимаешь. Мои родители владеют галереей. Не знаю, как решаются дела в мире искусства, и решаются они жестко. Нет, это ведь искусство, ты не обязана следовать их правилам. Мистер Джефферсон тоже сам по себе, но он ведь знаменит. Да, мистер Джефферсон вряд ли выберет мое фото. Я не такая талантливая, как мне казалось. Ты талантлива, но выбирать между талантом и добротой не нужно. По крайней мере, я на это надеюсь. В это трудно поверить, но я не всегда принимаю лучшие решения. Как ты думаешь, нам было предначертано не стать друзьями? Мы не обязаны быть врагами, Виктория. Пусть мы не друзья, но мы можем просто общаться. Кто бы не принимал такие решения, а какие решения принимаем мы, Виктория? Ну, Макс Колфит, я могла бы принять тебя в клуб Циклон. Вряд ли я соглашусь, что ты здесь ни при чем. Да мне насрать на ваш Циклон, ты просто скажи, где Нейтан. Не буду я тебя предупреждать, ну тебя в пизду. Где Нейтан? Ну ладно, приятно было поболтать, Виктория. Как и всегда. Ладно, не хуй сам, Макс, ты завидуешь мне, потому что я, в отличие от тебя, чего-то добилась. Я не побоялась показать миру свои фотографии, в то время как ты прячешься за своими дурацкими ретро-селфи. Хотя бы скажи мне, где Нейтан. А зачем он тебе? Ректор Уоллс хотел встретиться с нами в понедельник. А я тут при чем? Я его сегодня не видела. Адьос. Пошла в пизду. Так, она сегодня не... Опа, а вот и Хлоя.
Хлоя! Может, не следовало предупредить Викторию? Она, конечно, злая. Не-не-не, Макс, не надо. Каждый получает свое. Хлоя, на это здесь нет. Сегодня никто его не видел. Опа. А здесь что, Джефферсон делает? Черт, может, он прячется в общаге? Так, пойдем проверим. Больше ему от нас не спрятаться. Ты все-таки пришла, Макс. О, здравствуйте, мистер Джефферсон. А у вас все хорошо, выглядит так, будто у вас какая-то секретная миссия. Ой, да я просто ищу Нейтана. А, не знал, что вы друзья. Последний раз видел его днем. Он выглядел расстроенным. Думаю, его очень беспокоит вся эта ситуация с Кейт. Да, оно и видно. Поговорим позже, Макс. Мне нужно объявить победителя конкурса. Жаль, что ты решила не участвовать. Когда-нибудь тебе придется написать резюме и составить портфолио, но я знаю, что ты справишься. Спасибо, будем на это надеяться. Прошу прощения, мне нужно настроиться. Валим отсюда к чертям, Макс. Правильно, нахер это награждение. Пойдемте искать Нейтана. Нет, нас, блядь, не отпускают просто так. Так, прошу успокоиться. Спасибо, спасибо. Для меня это много значит. Так, ребята, походу сейчас что-то будет. Не хочу мешать вам развлекаться, но настало время объявить победителя конкурса «Герой дня». Но сначала я хочу поблагодарить всех, кто предоставил мне свои работы. И тех, кто хотел это сделать. Самый важный шаг в становлении художника — научиться делиться своим творчеством с миром. Вы все представляете Академию Blackwell и то, что она отстаивает. Если вам интересно мое мнение, то вы все герои дня. Конверт, пожалуйста. И победителем становится... Вот это поворот! Виктория Чейз! О, господи! Спасибо вам большое, мистер Джефферсон. Именно ваши невероятные фотографии стали причиной моего поступления в Blackwell. Надеюсь, я не опозорю ваше имя и славу. Также я хочу поблагодарить канал Болторез. У него очень классные видео. Я бы хотела посвятить эту награду памяти Кейт Марш. Она была настоящим героем дня Blackwell. Спасибо. Кто-то в зале орет, ты сосешь, Виктория. Виктория победила, какой сюрприз. Поверить не могу, что она шантажировала Джефферсона. Хотя нет, могу. Да какая нахуй разница, Рэйчел мертва. А все, чего я хочу, найти этого урода Нейтана. Сейчас же. Я тоже, пойдем проверим общаги. О боже, Нейтан мне написал, он сказал, что не останет никаких улик, когда он совсем закончит. Черт, нам срочно нужно на свалку. Нахуй они вообще тогда сюда приезжали, блядь, на эту вечеринку? Ничего не узнали, Нейтана не нашли, Нейтан на свалке, блядь. Можно было там сидеть, спокойно пиво пить и ждать его. Хлоя, не шуми ты так. Точно. Просто будь готова сразу же отматывать время, если Нейтан учудит какую-нибудь херню. Так, ребята, идем за Хлоей. Макс, ну хер ли ты встала? Я ж нажимаю вперед. Вот. Давайте на шифте, чтобы не отставать. Тем более у Хлои есть ствол. Боже, какая же, блядь, хочется убить этого психа. Слушай, по твоей крике мне трудно сосредоточиться. Успокойся. Маяк светит. Вороны летают. Ты будешь страдать, Нейтан. Хлоя, куда ты нахуй нас ведешь? Так жутко. Макс, поторопись, пожалуйста. О
боже, Макс, смотри. Она еще тут. Не смотри, Хлоя. О, нет! Хлоя, берегись. Какого хер? Я так и знал, ублюдок ты в очках. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. До встречи в следующей серии. Всем пока.